Continue boarding if you are Group A. Group A are customers who have upgraded for the Even More Space Seats. You are not allowed to board at this time. Всем привет! Да, Денис, завтра на турнир Golden Team. Тасаков, потерпи, я уже боюсь говорить, уже контракт с первым подписал. Вчера уже второй подписал. Скоро объявят. Дьячков Вячеслав, спасибо. Буду в Екатеринбурге 2 июня. Провожу вас мастер-класс. Good morning, attention in the boarding area. Jeff Lewis paging Pasta Dalibot. Соловей Мамай, и тебе привет. Вижу твое активное участие в конкурсе в нашем. Через 4 дня будем победителя объявлять. Again, ladies and gentlemen, at this time we are only boarding customers in Group A traveling on flight number 502 for service to John F. Kennedy. Вылетаю в Москву. Буду там 26-го, потом у меня несколько семинаров по России, вот, в том числе, как я сейчас сказал, в городе Екатеринбург, вот. Все, увидимся завтра на турнире Golden Team, арена Мытищи. Думаю, еще буду на различных спортивных и околоспортивных мероприятиях. Может быть, там Игорь Рязанцев позовет. Будем надеяться на радио Спорт ФМ и так далее. В Москве 5 дней, в России, ну, в Москве 7 дней, что я буду в России, 5 дней буду в Москве. Пишите, звоните, кому очень нужно. Увидимся, увидимся. Щиро дякую, Соловей Мама. Continue boarding if you are in Group B. You are not able to board at this time. На Дальний Восток тоже, ребят. Куда приглашают, туда еду. Я просто так... Again, я же не артист там, а певец, не езжу. Я езжу, куда меня приглашают. С удовольствием буду. Сколько билетов на UFC в России, тоже не знаю, ребят, но, как правило, вот по Америке они стоят, самая низкая цена начинается долларов от 40-50. Если в Америке будет такая же цена, там, я думаю, большинство из вас накопят эти деньги и купят. Тебя узнают в США, да, особенно после боев. Даже в аэропорту меня там человек 15-20 встречали, жали руки, просили прием показать и так далее. Поздравляли. Скажите, что вы вышли в эфир, чтобы новости по сопернику сказать. Я вышел в эфир, чтобы сказать новости по сопернику. Вот. А на самом деле я подписал контракт на бой. Я подписал контракт с Вердумом и сейчас подписал еще один контракт на бой. Буду ждать, что в этот раз все состоится. Вот. Конфликт Шлеменко-Тактаров, там нет правого и нет виноватого. Ни прав ни Шлеменко, ни Тактаров, я считаю. Вот. Потому что не бывает такого, что вот один вообще все право, а второй не прав. Ну, это опять же лично мое мнение, у каждого, конечно, свое мнение и все.
Да, с Токтаром я немножко знаком. Мы с ним выступали на Yama Pit Fighting. Вот. На турнире. Как английский. Ну, на 3 с плюсом есть. Изъясняться, объяснить могу что угодно. Вот. А так, чтобы о совершенстве говорить еще очень далеко. Не то, что совершенство, а даже весь свой объем мысли высказать. Ребят, я не знаю, как Беласки себя чувствует, потому что я с ним занимаюсь не в одном зале, как бы в разных залах, поэтому не могу сказать, как он себя чувствует. Да, ребят, если философствовать, грубо говоря, я говорил, не хочу очень честно влазить в эту грязную вещь, как бы, когда один человек уважаемый, заслуженный, второй уважаемый, заслуженный, начинает, у них есть какое-то принципиальное неприятие чего-то у одного там или у второго, и они начинают вот из-за этой одной вещи спорить как-то. Я говорил, как бы, я не знаю, кто из вас, что сделал бы там, если, например, там вам нечего было бы кушать или вашим детям. И рассуждать об этом, там, я бы это не сделал, да все люди делают. И, конечно, можно рассуждать отлично, когда ты отлично себя чувствуешь, у тебя все хорошо с деньгами, там, и, конечно, тогда говорить, деньги это не важно, это все мелочи жизни, нужно быть честным, красивым, чистым и так далее. Но, вот. Поэтому. Почему на Стиве Мёсича не понаезжать тогда? Он пивом рекламирует по всем этим самым, поэтому тоже можно его осуждать как угодно. Есть ли желание остаться в США? Пока желания нет остаться в США. Ломов, ты давай это, можешь не приезжать из Новосиба там, если у тебя только одна, это самая претензия ко мне. Или сам выступи, и все будет хорошо. А, Сюми, group B? B, as in boy? Yes. Thank you. Татуировки пока нет. Екатеринбург, 2 июня. Я провожу мастер-класс. Буду показывать вертушки, Супермен Панч там и так далее. Ну или удушающий, кому кто что-то хочет. Танат Ержанов сейчас через 30 секунд отключаюсь. Не расскажу, чем тренировки лучше в США, чем в России. Психологически здесь клиент гораздо спокойнее, чем у нас заниматься. Детей отдашь в МА. Они занимаются у меня единоборствами, но профессионально не хотел бы, чтобы они этим зарабатывали. Ребята, с Богом, у меня уже все, регистрация, я полетел. Всего хорошего. Все видео вывешиваю и все новости в своем YouTube.